Ну а какие шаги еще можно предпринять? Да, я с чего начинал-то, значит? В здоровом теле здоровый дух. Себя. Начинать надо с каждого тела. Каждого из нас. Надо закалять тело, значит, детей, понимаешь ли, чтобы они не тыкали пальцем в гаджеты, а бегали, прыгали, плавали, значит, дальше хорошо питались, вот, концентрировали, так сказать, вот эту энергию жизни. Будет энергия жизни, значит, в этом здоровом теле, пробьет и здоровый дух. Появится желание чего-то делать. Не прожигать жизнь, не гаджетами этими пальцами тыкать. Понимаешь, а чего-то достигнуть. Себя реализовать, показать, на что ты способен. Вот в спорте понятно, кто первый прибежал, тот и чемпион, да? Но не все бегают. И не всем это надо. Некоторые в шахматы играют. Опять же, не все в шахматы играют. А чего ты еще можешь сделать? Какие у тебя есть способности? Ну, прояви эти способности. Кто-то, понимаешь ли, мастер золотые руки. Гайку умеет так закрутить, что, понимаешь ли, она не откручивается. Но это творчество. А творчество может быть какое? Оно может быть художественное творчество, а может быть материальное творчество. Это все гудвилл. Вот куда надо идти. В гудвилл. В гудвилл — это неотчуждаемое от кого? От носителя. Преимущество, которое дает экстраординарную прибыль на вложенный капитал. Вложили в человека, а у него есть способности. Эти способности дать возможность проявить и собрать их в арте. И этот гудвилл есть новое богатство. Вот что надо делать. Надо создавать эти точки роста. Надо создавать, понимаешь ли, эти камни, это дальше го. Вот здесь артель. Они между собой сеть организуют. И что? И не дают возможность другим занимать эти места. Вот это все в неполитике написано.